В песнях, исполняемых ансамблем «Распевы», ощущается настоящая русская душа. А сегодня в театрально-концертном центре «Щелковский театр» царит особенная атмосфера. Ведь коллектив отмечает свой юбилей – 40 лет в кругу друзей. В течение 4 десятилетий ансамбль русской песни «Распевы» сохраняет традиции отечественной культуры, даря свое творчество людям, неравнодушным к народной музыке. Профессиональный коллектив, любимый на Щелковской земле, прославил родной край на всю страну. На счету ансамбля сотни концертов. Коллектив выступал на различных подмосковных площадках, объездил города Золотого кольца, участвовал в международных фестивалях, в различных телешоу. «Распевы» по праву считаются визитной карточкой Щелкова. Тот, в чьем сердце живет песня, всегда преображает окружающий мир в лучшую сторону. И ваш ансамбль на протяжении 40 лет дарит тепло, веселье и радость жителям городского округа Щелково. Народная песня – та, что звучит в сердце русского человека. Ансамбль «Распевы», созданный 40 лет назад в Щелкове, заслуженным работником культуры Николаем Захаровым, несомненно, вносит свой вклад в сохранение русской культуры на протяжении всех этих лет. Сегодня профессиональным коллективом руководит заслуженный артист России Геннадий Шелунов. Геннадий Александрович признается, 40-летие для «Распевов» – это вторая молодость. Благодаря синтезу традиций народной музыки и современной аранжировке композиций, ансамблю удается идти в ногу со временем, быть интересным для слушателей разных возрастов. Новый век, новые темпы, новое восприятие, поэтому вот мы стараемся идти во времени 21 века. Коронавирус нам нипочем, русскому народу. Будет русская песня, будет вдохновение, будет тепло, будет радость, будет милосердие, будет и любовь. И, конечно, такие яркие и душевные номера не смогли оставить равнодушным зрителя. «Распевы» вообще, мы от них балдеем. Они, когда выступают, нравится очень. Очень нравится творчество их. Давно являемся поклонниками. Они всегда вот к нам в микрорайон, ну, Хотово такое есть, да, приезжали. На День Победы всегда выступали еще с тем старым руководителем. Долгие годы ансамблем русской песни «Распевы» руководил Владимир Левашов, заслуженный артист России. Сохранить русскую народную песню, а значит и русскую культуру. Такова главная задача, во имя которой все наши труды. Так говорил Владимир Алексеевич о деле своей жизни. Поздравила коллектив с юбилеем вдова Владимира Левашова Любовь Михайловна. Как хорошо все-таки, что есть такие коллективы, дай Бог, чтобы они были долго-долго-долго, «Распевы». Представляете, 40 лет – это, в общем-то, очень большой срок для творческого коллектива. Юбилейный концерт «Распевы» отмечают в кругу друзей. Отсюда и название вечера. Виновников торжества поздравляют коллеги, щелковские хореографические и вокальные коллективы, экс-солисты, инструменталисты ансамбля. Свое творчество артисты дарят на сцене театрально-концертного центра «Щелковский театр», который стал домом как для ансамбля русской песни, так и для театральной труппы и муниципального духового оркестра. Я хочу, чтобы радостный звонкий всюду слышался смех детворы. С каждым годом коллектив, народный ансамбль русской песни «Распевы», он совершенствовался. Он прошел большой путь культурно-массовый и, конечно, внес большую лепту в развитие нашей культуры. Зрители приходят, зрители любят, зрители благодарят. И каждый артист на сцене отдает себя целиком и полностью. Я горжусь, что мне удалось, да, есть такая уникальная возможность поработать вместе с ансамблем русской песни «Распевы». На протяжении 2 часов любимый щелковцами ансамбль «Распевы» радовал своим творчеством, коллективными и сольными номерами, песнями, известными не одному поколению. Лучшей наградой для артистов стали искренние эмоции, овации зрителей. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.